по миникарте я уже видел, что там мясо справа стоит. Стрелялся, вот хоп, боекомплект. Видишь, куда стрелять на леопарда? Но они дурачки, возят с собой больше, чем 16 снарядов. А особенно в ближних боях, ну смотри, каждый. Поэтому они отлетают. Так что я не понимаю нытье этих РБшников, которые там... Танки у них не дамажутся. Стрелять надо просто туда, куда они дамажутся, да? Вот. А если ты не уверен, стреляй в казну или в ствол. Вот еще один леопард. Говорят, хорошие танки, да? Оп, критический урон. И какой ни глянешь на килл-камеру справа, на любого леопарда, все ездят с полной БК. Представляете, какое засилие нубов.